Кызылорде состоялось очередное заседание членов общенациональной коалиции демократических сил Казахстана 2050. В работе заседания приняли участие представители партии, НПО, молодежные организации. Они обсудили ход исполнения программы «Денсаулык» в регионе. Отмечена положительная динамика по ключевым показателям сферы. За последние два года существенно укрепилась материально-техническая база медучреждений. В четырех районах построены новые центральные больницы. Готовятся к сдаче еще две райбольницы в Жанакургане, Казалы. Открыто около 30 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Введена в строй новая областная детская больница. Проблемы решаются, потому что есть внимание к проблемам, есть диалог. Все сообща работают. Проблемы все разом решить невозможно, но постепенно, по порядку они решаются. К примеру, нам обратились жители КБИ. У них есть филиал 6-й поликлиники. Но печать ставят на больничной только в самой поликлинике. Людям нужно было специально для этого выделять время. Но сейчас вопрос решен. Мы верим, что и все другие вопросы будут решены.